Всем привет, с вами снова Кокос, и мы продолжаем проходить игру Black Mesa, ремейк первого Half-Life. Итак, мы сейчас находимся в мире, в дивном мире Ксен, и пытаемся подключить третью пушку, не знаю, как это назвать. Да? Ой. Вот даже. А, красота. А я фуловый. Кстати. Не допрыгну. Так бы мог бы сократить путь малость. Ща. Ну, где же вы? Так, опять отключить надо. Промазал. Промазал. Да что ж такое-то? Надо раньше тормозить. Так, и что тут нас ожидает? Оно здесь фулово. А, ну не работает. Сейчас что-нибудь сделаем. Нам, возможно, это понадобится. Нет. Не работает. Не работает. Сюда? Точно? Еще один. Ага. Вообще-то я свой притащил, но ладно. Да нет же. Ни сюда, ни туда не хочет. Так, вот этой штукой я отключил вот этот проход. Что я получил в итоге здесь? Ничего. Пойдем посмотрим еще. Что-то я упускаю. Что-то я упускаю. Только что? Вот и ответ.
Пускай тысяча. Сюда. Не работает. Ну ладно, давай. Так. Так. И сейчас, подожди, я принесу. Пойдем. Так, вот. Бум. Готово. Вжух. А дальше? Лифт, наверное. Да. Так, ну будем надеяться, что это портал. Это однозначно не портал. План Б. Тебя воткнуть. А. Может клацнуть вот эту кнопку? А, 4 штуки. Вот теперь точно портал. Ну, класс, Саурона, жди меня. Что произошло? Сам такой. Ой, это что, паутина, что ли? Ну, кто-то с РПГ-хой сюда добрался. По-моему, сейчас что-то будет здоровое, да? Не зря же мне РПГ-ху дали. Ой. Ой. Space. Double-tap. Ну, я знаю. Один есть. Меня учат, как уклоняться, что ли? Так, я нашел. Ракеты. Обилие ракет. Здесь кто-то убивает этих маленьких монстриков. И это был не я.
три портала включаются, да? Вроде все. Что? Где? О, показалось. Ой. Ой. Мамочка, хэдкрабов. Не трогал я твоих детишек. Я серьезно. Кстати, что если я вот пойду вот сюда? Сможешь меня здесь забрать? Да нет. Быть этого не может. Ты же не спрячешься. Воу. Я передумал. Съела. Где ты? Бум! Промазал. А аптеку здесь никто не ложит? Это хилка же. Как думаете, она меня спалит? Ой. Черт побери. Да ну не может быть. Там засейвило меня. Здесь же должны быть ракеты. Долго там, походу, сидеть нельзя. Да ну почему? Беги, беги! Так, давай хотя бы до 50, давай. Меня здесь нету. Да... Ух ты, зараза, самонаводящимися бьет. Ну, не хочу я умирать. Только не так. Обидеть. Ты перезарядил? Давай, раз. Где эта тварюга?
Воу, слушайте, вот оно, что меня так жарит. Зелененький шарик это плохо. Зелененький шарик это плохо. Да, дубинка тоже не очень. Почему бы не полечиться тогда дальше? Я понял. Зелененькое плохо. Споткнулась, бедняжка. Боли и страдания. Уклоняюсь. Ух ты! На! По-моему, можно сохраниться. Так, где-то еще должны быть патрики, так ведь? Ай! Стоп! А что если ты должна провалить сюда? Да больно! У меня ракеты кончились. Там она что-то сломала, по-моему. Если я ее не вижу, возможно, она меня тоже не видит. Нет, ты не сломала ее. Блин. Кстати, неплохая, думаю, идея.
Да как так-то? Куда-нибудь прицепись. Куда-нибудь прицепись. Боже. Что это? Да, прицепился. Так, ну ладно, я еще жив. Можно сосейвиться. А, вот, вот, все, она... Наконец-то. В погоню, Ганарс Лейн. Ой. Ганаркс? А это разве не... Нет, это просто... Да. Это даже не босс. Это так. Мамочка. То есть я ее даже не добил. Замечательно. Вот это, по-моему, путь домой, нет? Наверное, это чтобы взорвать. Надо подать питание. Таки тысяч. Что такое? За мамочку пришла мстить. Она злится. Она недовольна. Паутинка. Не хочу в паутинку. Пушка. Чем там где? Да, ты там меня как раз пробил. Значит, теперь сюда. Паутину? Стоп. Отжечь. Логично? Логично. Это она? Да, это она. Злится стерва. Я понял. Интересно, у него не бесконечно же огонь идет, да? То есть через некоторое время он потухнет. Раз, два, три. Блин. О, странно, не повредило. Оружие. Да. Один патрон? Не-не-не, подожди, подожди. Давай больше. Свалила? Какой там?
По-моему, я ее так не завалю. Надо будет... Я видел там детонатор. Скорее всего, надо его на детонатор прожать. Лобысь. И что это за Патрики? Понятно. Ран, ран, кокос, ран. Так, мне бы хилочку. Совсем чуть-чуть. Можно? Пожалуйста. Я же немного прошу. О, да. Я отсюда не уйду. Как ты надоело сейчас. Так. И что мне это дает? Хилка. Так, кто-то уже прожал это. Детонатор. Дальше-то дальше. Надо меня кусать. Живительная. Что значит ваш бассейн? Это мой бассейн. Эликсир молодости. О! Максимум силы. На, все живое здесь. Убиваю. Так, ну что, точка невозврата. Да не, она не видит меня.
О, черт. Бежать по проводам? Нет? Что делать-то? Ай! Надо что-то делать. Нет. Взрыв. Где я взорвал? Так, а вот каким вот образом я взорвал, если я честно не понял. Скорее всего, там вывалилось. Где нам проткнуло? Вывалился сам детонатор. Блин, сейчас подожжет меня. Ну, что я вам скажу? Беспредел начинается! Ай, больно! Она меня догнала. Справа, значит, мне надо влево. Ну давай, давай. Воу! Да, давай. Патриков становится все меньше и меньше. Так, ну я вижу путь до туда. Возможно, вылетит слева. Так, да, здесь взрыв. Так, а теперь надо... Возможно, надо подготовиться. Возможно, она сейчас здесь взорвет. На всякий случай поставлю. А то вдруг я угадал. Давай. О, черт. Наверху, да? Ой. Nope. Где детонатор? Мне засчиталось, что я его нашел. Так. Не, ну все, взорвал. Теперь. Бежать.
Сколько можно? Я сейчас по всем биомам, что ли, пройдусь с ней? Ой, это что-то больно. Вообще нельзя касаться, да? Воды. Я фуловый. Нет. Как так-то? Это больше похоже на то, куда мне надо. Ага. Да не. Да не. Это все шутки. Черт. Точно, у меня же джетпак есть. Мне по сути-то. Приземление это не страшно. Да, пуляй меня. Что-то у меня такие подозрения, что если я сейчас спущусь, уже не поднимусь. Так, save game. На тот случай, если я вдруг создам беспонтовую быстрое сохранение. Серьезно? Теперь, походу, я за тобой, да, бегаю? А ты вся такая боишься? Чувствую, друг. Гранаты? На кой черт мне гранаты? Я понял. Это не я в хорошем положении, это ты в хорошем положении. Черт. Понятно. Заталкивает меня. Заталкивает. И как раз ее сидят. Хэдкрабы ее ждут. Толком отбиваться-то нечем. С гранатой наперевес. Все вроде.
Чего? Ты опять мне где-то спалила, что ли? Аккуратно. Мамаша, хэдкрабов, блин. Хватит, хватит, пусть она уже умрет. Ну залезай, залезай. Залезай и вали. О, да. Черт. Я понял фишку, я понял фишку. Не выбивать искру. Нельзя выбивать искру. Иначе все будет очень плохо. Так. Если сделаю так... Блин. Ну-ка. Оп. По-моему, нормальды. Серьезно? Огнеустойкие, да? Так, что тут у меня? Угу. Беспонтово, когда ручки коротенькие, да? Может, не стоило излить ее. Мне надо еще раз как-то обойти. Так вот попробуем. Тебя тоже задело. Извини. Засейвим. Дробаш, дробаш, это хорошо. Почему-то не могу взобраться на них. Ну? Не хотите же вы сказать, что мне надо вниз? Нет, не хотите. Может, тогда взрыв? Из них жидкость, что ли, вытекла? Может, я смог залезть? Черт.
По-моему, это горючка. Давай, давай, ты сможешь, Гордон. Что, есть у тебя там друзья? Погорельцы. Не, вниз не вариант. Не этот кристалл, да, дает? Щит. О, щит, 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 щит. Ой, надо, наверное, плыть. Кислород тратится, значит, данная жидкость не позволяет в ней дышать. Пусто. Любому она меня потеряла. И просто решила забить. Так, наполним... немного жидкостью. А. Немного больше патронов, походу, надо, да? Бессмысленно. И выше. Ой. Далеко тянутся эти кувшинки. Скорее всего, до туда буду лезть. Или до туда. Так-то. Ой. Они же там все мертвые, так ведь? Так. Но этого не хватает. Чисто. Не хватает, скорее всего, нужно что-то еще. А, нет, наполнилось. Это просто там воздух не давал воде подняться. Следующий этап. Блин. Здесь будет гореть. И здесь будет гореть. Надо запомнить маршрут, что ли?
не, нормально. Вполне себе. Ты меня напрягаешь. А, все, понял. Подрывать. Там все же по той стороне пойдет. Сейчас взрыв. Наполнение. Черт! Не может быть, чтобы я ее грохнул. Она там скорее где-то застряла. Уф! Так, здесь будет все гореть, да? И причем в обратку я уже... Ракеты? Это неспроста. Щелк, щелк, и сзади так... Пламя. Даже не знаю. Гори! Пусть она будет шашлычком, пожалуйста. Это было здорово. Я думаю, она стоит в огонь, может идти. Ну, давай, давай, кокос, тащи. Стоп. Она же за мной уже не гонится. Стоп. Нет, гонится. Нет. F6. Больно. А, давай, 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 давай. Стерва. Да блин. Это будет тяжко. Так, везде колючки. Это раз. Так, ты еще жив, можешь сохраниться. Нет!
Блин, вот где тут спрятаться? Да. Отлично. Я так и думал, что сохранился беспонтово. Чертов Unreal, это просто Unreal. Ух ты! На! Давай. Да чтоб тебя. Ну-ка, успею, не успею. Бум. Отлично. Еще одна глупая сохранка. Нет, ну ты стерва, конечно. Обалдеть. Я уже не знаю. Все же уже потратил. Там еще ракеты есть. Вы не говорите, что еще новый этап здесь. Да подыхай ты уже!
Дай, дай! Что-то мне подсказывает, что я умираю. Чуть было не было. Все? Вы присмертный уже? На! 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 Я больше не хочу играть в Half-Life. Интерлопер. Так, ладно, посмотрим. По-моему, там еще на одну серию. Ну или перезапишу здесь. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось. Приходите к нам еще. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Новых видео. Ой, я ненавижу эту игру. Блин, тяжкая зараза была. Пока-пока.